Друзья, всем привет! Вы на канале Boston Auto, с вами Александр. И сегодня на обзоре у нас вот такой замечательный КАМАЗ-осенизатор. Автомобиль 2012 года выпуска с простым КАМАЗовским двигателем мощностью 280 лошадиных сил, простой ТНВД, без электроники, максимально отреставрированный. Здесь установлена новая бочка. Обратите внимание, она стоит на цельном подрамнике с ребрами жесткости. Предусмотрены лотки для рукавов. Давайте с вами посмотрим. Двигатель абсолютно сухой, работает шикарно. Коробка передач не хрустит, не вылетает. Также простая КАМАЗовская. Запаска на месте. Рессоры не посаженные. Рама абсолютно целая, не деформированная, никаким образом не вареная. Также есть смотровые лючки, два смотровых лючка. Новые подкрылки, состояние резины отличное, задняя с хорошим остатком протектора, передняя практически новая. Обратите внимание, стоит абсолютно новый 510 насос. Автомобиль полностью готов к эксплуатации и к работе уже сегодня. Осталось приобрести данный автомобиль и пустить его в работу. Смотрим переднюю резину. Давайте заглянем в салон. Салон автомобиля очень опрятный. Чистый, аккуратный, нигде ничего не прожжено, не затерто. Кабина освеженная вся полностью, крашеная, никаких дыр, коррозии, тем более ничего этого нету. Давайте посмотрим со стороны водителя. Здесь также двери все в идеале, никакой коррозии нету. Опа, сиденья стоят с новыми чехлами. Есть бар. Как я уже и говорил, автомобиль полностью готов к работе. Не требует никаких, абсолютно никаких вложений. Друзья, кто ищет себе автомобиль для работы, осенизатор, обязательно обращайтесь к нам. Boston Auto, город Волгоград, улица Историческая, 185А. У нас огромнейший выбор осенизаторов, самосвалов. Всех ждем. До скорых встреч. У нас вы можете приобрести в кредит, лизинг, наличный, безналичный расчет. Всем пока.